Вот такая свалка находится на съезде по улице Металлургическая. Найти здесь можно как резиновые покрышки, так бумагу и пластик. По количеству мусора, который здесь находится, можно понять, что свалка образовалась достаточно давно. Из-за долгого накопления отходов свалка значительно увеличилась в размере. Рядом с небольшой кучей уже создалось несколько больших груд мусора. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов выехали на место событий, чтобы разобраться в ситуации. В ходе обследования данной территории обнаружено многочисленное количество очаговых навалов общей площадью 530 квадратных метров, что является нарушением статьи 51 Федерального закона номер 7 об охране окружающей среды. В результате осмотра территории выявлена принадлежность данного участка к городской территории. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность, что влечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности на данном участке. Согласно публичной карте, данный земельный участок относится к муниципальной собственности. В отношении исполнительного комитета муниципального образования города Набережной Челны будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. При обнаружении несанкционированной свалки можно обратиться по номеру телефона, который вы видите на экране в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Екатерина Дьячкова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.